Всем привет, это Нижний Новгород. Вот и Кремль, конечно, не покажу, потому что есть места поинтереснее. Вот, например, колоритненькое здание. Вот тоже ничего интересное. Там какие-то книги, возможно, библиотека. Но оно такое отреставрированное. Покрашено. В общем, красота. Ну а тут по классике два туалета. Био. Только мама знает, что это такое. Ну, может, еще бабушка. Прикольный балкончик. На табличке написано, что в этом доме жил Максим Горький. Наверное, это его балкон. Но самое прикольное, здесь еще есть церковь. Прикинь, что нашел. Остановка с люстрой. И камушки. Вот метро.